Привет, друзья! Что делает обычный безработный, заводчанин, крестьянин, одессит в Дубае? В пятизвездочном отеле? Ну, сейчас расскажу, что делает крестьянин в Дубае. Можно а в Дубае? Это ж коллега. А в Дубае? Это ж просто, блядь. Одесситы смотрят. А он же к кого? Корбана Далласа. Погодите, а он вот он боится ехать, он целится-то в кого, блядь? Он что, даун нахуй? Блядь, какой долбоёб пиздец, кидай ему бездействие. Вот, блядь, кидай ему спокойно. А тише я сделал, потому блядь, что... Поголовое животное, это просто... От такого количества мата... Блядь, ебаное. В Дубае меня закопают в яму. Или посадят в яму, как минимум. Это гибрид, блядь. Это гибрид пидорасы и проститутки, нахуй. Вот, блядь, вот такой кусок дерьма, блядь, рождается, нахуй. У алкаша, блядь, со шлюхой. Это вот гибрид, блядь. Прототип человека, нахуй. Так сказать, блядь, неудавшаяся модель, нахуй. Я хуею, блядь. Ой. Вот так вот, друзья. Гарбина, ты волосы нахую красишь? Красный, блядь, рыжий цвет. Я просто, ну, я вас, я не могу... Так, ну что, поддержим форму? В Дубае. Да, друзья. Крестьяне из Одессы, работяги, безработные, зрители Корбана Далласа. Ну что ж, все вместе передадим Корбану Далласу привет из Дубая. Еще раз покажу, это не фотомонтаж, не фейк. Сейчас запотеет, правда. Да, друзья. И как говорит Корбан Даллас, надо пушить. Пуш. Это Дубай, детка. Корбан Даллас, детка. Надо пушить биомусор. Как мне стыдно, что я живу с ними со всеми на одной этой планете. Да? Хейтит или завидует тебе? Риску. Ну да. Ты есть. Ее трогать я не буду. И я Андрей, возле я... нее буду выходить в стену и в мою комнату. Я после боя тебе отвечу, чувак, потому что я уже все прослушал. Андрей Исаков, или Исаков, наверное. Слышь, Корбан, санина ебаная, заебал на имбах играть. Во-первых, придурок, если ты не знаешь, где ставятся запятые, ты их не ставь вообще, пожалуйста. Во-вторых, долбоеба, кусок конченого. Срочная служба в армии делает из людей не мужиков, а хитрожопых мудаков. Под любыми предлогами отлынивающих от любой работы при каждом удобном случае. Да-да. Спасибо большое за донат. Так. Живут безработные. Заводчане, крестьяне. Подписчики, зрителя Корбана Даллас. Ну, Корбан Даллас, привет тебе из Дубая. Чего я тебе того же желаю. Понял? Конченые. А это, упаси меня, господи, от Кранвагна, самый плохой танк в игре на бронебойных снарядах. Поэтому завали свою ебалу, долбоёбу, кусок. Вот, и иди отсюда нахуй. Держу. Спасибо, пришла девочка. Выключу-ка я эти маты, потому что меня сейчас точно не в яму посадят, а расстреляют на месте. Меня расстреляют на месте. Правда, она ничего не понимает, но может нам учиться. Все, я. Пока. И хорошо, что она не понимает. Да, и хорошо, что она не понимает.
Ну, Корбан Даллас, привет тебе от заводчан. Давай, заработай денег в своей яме. Продай пару кусочков корочек хлеба и приезжай к нам в Дубай. Да-да-да. Да-да, я. Фух. Пойду-ка я съем еще осетринки с черной икрой. Закушу семгой и ананасом. Все. 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 Всем зрителям и подписчикам Корбана Далласа привет от Андре 34 из самого центра Дубая. Это Бизнес Бэй, детка. Всем пока!